Отличники учебы и участники интеллектуального шоу «Уралхимкласса» отправились на днях на одно из крупнейших предприятий в регионе. Ребята посетили все основные цеха Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим». Причем сами попросили об этом руководство предприятия. Зачем это нужно, расскажем далее. На катализаторах конверсия метана идет на никелевом катализаторе. О том, как устроен процесс производства удобрений в Кирово-Чепецком филиале компании «Уралхим», экскурсовод рассказывает на языке формул. Для них вполне родном. Экскурсанты – ученики Центра дополнительного образования одаренных школьников. Есть среди них и участники интеллектуального шоу «Уралхимкласс». Другими словами, все с химией, что называется, на «ты». Но теория одно, считают сами школьники, потому и изъявили желание увидеть весь процесс химпроизводства на практике. Около 65 вагонов ежесуточно только отгружается вот цеха по производству аммиачной селитры. Для компании «Уралхим» подобные экскурсии уже традиция. Тем более не первый год. При поддержке компании в регионе реализуется программа «Школа, вуз, предприятие». В ее рамках химики встречаются со школьниками, помогают оборудовать специализированные классы, поддерживают студентов профильных специальностей. То есть появилось желание связать свою жизнь с химией. Приходи на завод, смотри, задавай вопросы. Двери для таких юных дарований здесь всегда открыты. Чем школьники и пользовались. При этом многие из них здесь уже бывали. Мы ходили не по тем же цехам, которые ходили в прошлый раз. И это каждый раз интересно, потому что не каждый раз есть такая возможность посетить завод. И очень хотелось еще раз сюда приехать. Мне в прошлый раз очень понравилось. Но были и те, кто посетил Кирово-Чепецкий филиал компании «Уралхим» впервые. Эмоции последних переполняли. Также это все немного достаточно фантастически и захватывающе, когда ты идешь и смотришь, как это все трясется и работает. И прям такое восхищение сердца. И они должны видеть, где их знания могут применяться. То есть, и тем более у нас в Кирово-Чепецке, ну, в Кировской области вообще химическое производство на очень высоком уровне. То есть по России оно вообще одно из самых крупных и самых лучших. Положительные эмоции от экскурсии, уверены педагоги, укрепят их веру в химию. А кто-то сможет уже сейчас определиться со своей будущей профессией. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давича».